Еще одна утечка случилась на предприятии Норникеля. В сети появилось видео с ярко-оранжевой жидкостью на территории Надеждинского металлургического завода. Факт разлива подтвердила глава Росприроднадзора России Светлана Родионова. По ее данным, все произошло из-за порыва трубопровода. На месте работают специалисты, отбирают пробы жидкости и определяют площадь загрязнения. В ведомстве призывают компанию прекратить нарушение при эксплуатации оборудования. Отреагировала и прокуратура. По факту разгерметизации трубопровода идет проверка. Напомню, за последние полтора месяца уже произошло 3 экологических ЧП, связанных с Норникелем. 29 мая на Норильской ТЭЦ-3 лопнул резервуар с горючим. В почву и реки вылилось 21 тысяча тонн солярки. Росприроднадзор оценил ущерб от катастрофы в 146 миллиардов рублей. 28 июня активисты Greenpeace засняли, как дочернее предприятие Норникеля сливало в тундру ядовитые производственные отходы. А накануне на Таймыре был объявлен новый режим ЧС. Из-за аварии на трубопроводе произошел разлив 44 тонн авиационного керосина. Топливо попало в озеро в 76 километрах от Дудинки.